Суздальском Кремле стартовал летний фестиваль искусств «Золотой Витязь по Золотому кольцу». Он начался 3 июля и посвящен Году культурного наследия народов России. Гостей встретил гала-концерт с участием музыкальных коллективов. Уже вечером состоялся спектакль «Андрей Боголюбский». Зрителям его представил многократный лауреат Международного театрального форума «Золотой Витязь» Владимирский академический театр драмы. Атмосфера, она тебя поглощает, ты поддаешься этому всему, чувствуешь себя, внутри. Огромная, сильная, мощная история. А за время фестиваля его гостей ждет более 20 событий. Выставки, театральные постановки, концерты. «Золотой Витязь» в наших пенатах – это, конечно, большая удача для нас. Потому что в столь короткий срок, с 3 по 7 июля, нам всем удастся посетить огромное количество мероприятий совершенно разных жанров. И фестиваль объединяет различные виды искусства. И художников, и литераторов, и музыкантов. И, конечно же, спектакли мы увидим. Организовали фестиваль «Международный кинофорум», форум «Золотой Витязь» и главный музей Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он охватит 5 уголков Владимирской области. Владимир, Суздаль, Гороховец, Гусь-Хрустальный и поселок Муромцево. Наш регион был выбран не случайно, отмечают организаторы. Ведь в этом году 1140-летие похода Вещего Олега, который собирал русские земли. А где у нас собирание земель русских? На Владимирской земле. Поэтому мы решили, что в этом году мы обязательно должны подарить Владимирской земле наш славянский форум искусств. Анна Богданова, Виктория Лебедева, 6 канал.